На стене в кабинете директора Ульяновского многопрофильного колледжа впору вбивать еще один гвоздь для очередной награды. В четвертый раз среднеспециальное учебное заведение из региональной столицы 73-й губернии входит в сотню лучших в России. На достигнутом останавливаться не планируют. Образовательный процесс здесь выстраивают в ногу со временем. Мы понимаем сейчас, что вот современные все тренды, все, что существует в среднем профессиональном образовании, оно однозначно сейчас будет меняться, среднепрофессиональное образование. То есть новые стандарты, которые внедряются, вот, а также топ-50 профессий, специальностей, которые сейчас вот в России внедряются, это топ-50, мы намерены также выбрать две специальности, две профессии. В то же время в местной лаборатории студенты техникума постигают азы искусства сварки. Николай Сорокин, например, за несколько лет обучения в СУЗе уже определился с профессией. Профессия востребована, поэтому я ее и выбрал. В принципе, она мне нравится, я хочу получить навыки, которые буду применять на работе, у себя, для себя же опять и вообще в жизни пригодится очень. А вот Тимофей Саркисов предпочитает электронику. Студент третьего курса выбрал специальность техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники не просто так. Влечение к работе с микросхемами у него появилось еще несколько лет назад. До того, как я начал обучаться здесь, меня немного это интересовало. Старался дома что-то там спаять, перепаять, пытался разобраться, но никак не получалось. Благодаря обучению в этом техникуме я смог повысить свои знания и теперь лучше разбираюсь в этом. Одним из залогов вхождения техникума в сотню лучших стал показатель трудоустройства выпускников. Например, если в 2016 он составил 74,5, то в нынешнем году перевалил за 75%. Елена Тимонина, Артем Петров, Денис Миронов. Вести, Ульяновск.